Пентагон допускает, что после его ударов, возможно, кто-то погибает из мирных жителей. Центральное командование не исключило, что жертвы могли появиться после трех атак, которые провела коалиция. Было это в трех разных районах Сирии. Причем американцы признали, да, они видели, что около атакованных объектов были автомобили с гражданскими, но спецоперацию уже было не остановить. И раз уж самолет вылетел, не разворачивать же его обратно. Количество погибших среди мирных пока уточняется.